Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня начинаю новый влог. Мы с мальчишками сегодня хотим поехать в кино. Хотя у нас достаточно жарко сейчас. Вообще обещают тут снова такую совсем удушливую жару. Но не знаю, посмотрим. Я без макияжа, потому что, ну, невозможно душно. Вот, давно мы хотели посмотреть этот мультик, на который поедем. Не помню уже, как он называется, если честно. Ну, в общем, возьмем вас с собой. Я, кстати, вот в этом платье, которое... заказывала на сайте La Moda, оно вообще практически даже не ощущается на теле, очень мне понравилось, очень классное платье, ношу его просто вот с огромнейшим удовольствием. Вот, но а прежде я хочу вам показать свои новинки из магазина Sunlight. Я знаю, что у меня смотрят девочки, которые так же, как и я, любят украшения, как серебро, бижутерию, золото, натуральные камни и не очень, в общем, поэтому хочу поделиться с вами своими новинками. Ссылку на скачивание приложения я вам оставлю внизу в инфобоксе, а также артикулы на те позиции, которые я вам сегодня покажу. Они на самом деле очень-очень классные, я получила уже достаточно давно. Одна у меня это подарок мужа, а второй комплектик я заказала, потому что давно-давно себе хотела подобные вещицы. Вот, ну и как всегда, у нас Sunlight балует нас различными акциями и тому подобное. Вы получаете при регистрации в приложении подвеску в подарок, также 3000 баллов на бонусный счет. И сейчас бесплатная доставка от 1990 рублей. Так что это очень здорово. Мне доставка тоже бесплатная, хотя я нахожусь в Ленобласти. Обычно ко мне сюда никто не ездит, но магазин Sunlight, или ездит, но за большую сумму, но магазин Sunlight привозит. Ну и, конечно же, огромный ассортимент, где можно просто потеряться. Вот. Но я целенаправленно все это время искала одни украшения, которые... Я уже как-то говорила, что я очень хочу камушки. Бирюзу. Я хотела именно натуральную бирюзу, чтобы она была не прессованная, и при этом, чтобы украшения были такие, ну, более современные и достаточно крупные. Вот так вот я хотела. То, что я заказала, там идет полный комплект: серьги, кольца, подвеска и браслет. Но я именно хотела серьги, и к серьгам уже добрала кольцо. Вот, но очень красивый еще браслет. Я даже все-таки думаю еще и браслетик себе заказать, и подвеску. Ну, не знаю, в общем, посмотрим. Все мне пришло компании DPD, которая, кстати, стала очень хорошо, ну, службы доставки DPD, да, которая стала очень хорошо доставлять. Перестали быть вот эти вот, знаете, приеду неизвестно когда. Вот, все, естественно, было в большой коробке, которую я уже выбросила, потому что украшения эти получила где-то, наверное, неделю назад. И, соответственно, вот такие вот красные коробочки, как всегда, очень-очень которые радуют. Сережки, которые я нашла, и когда я их увидела, я сразу же их заказала, девочки. Вот так вот, я все, конечно же, покажу поближе. Вот так вот выглядят серьги. Это натуральная, не прессованная бирюза. Это на самом деле и видно. Я поближе вам обязательно покажу. Достаточно крупные серьги и вот такое вот колечко, которое сделано, мне напоминает это скрепку. Но сейчас достаточно актуальны такие украшения. И, соответственно, я тоже с огромным удовольствием заказала. Вот кольцо. Все, конечно же, покажу сейчас поближе. Одену тоже сережки, покажу, как смотрится на мне. А муж мне сделал тоже небольшой подарок. Он мне подарил вот такой вот браслетик, на котором написано «Никогда не сдавайся». Я не знаю, почему именно такую надпись он выбрал, но браслетик очень классный. У него вот такая, ну, тоже покажу поближе, здесь очень удобная застежка, не слетает, никуда не убегает этот браслет, и я его сейчас ношу, практически не снимая, даже вот в жаркую погоду он не потемнел, ничего с ним не случилось. Вот так вот он смотрится, девочки, ну, просто потрясающе. Давайте покажу все поближе, а потом как смотрится на мне. Не стала включать искусственное освещение, чтобы украшения были видны, скажем так, во всей их красе. Значит, вот этот браслетик, который подарил мне муж, у него вот такая вот идет застежка. То есть вы просто его продеваете сюда и вот таким вот образом защелкиваете, да? Ну, я сейчас не буду этого делать. Вот так вот просто как защелкивается, и браслетик хорошо держится. Можно брать чуть-чуть побольше, потому что здесь как раз-таки регулировка из трех, да, вот таких вот дырочек. Вот, браслет очень классный.
серебро, 925-я проба, эмаль — это надпись, сделанная эмалью, и надпись гласит «Никогда не сдавайся». Очень классный, мне кажется, такой призыв, да, вот так вот выглядит. То есть, видите, я его носила, и он все равно продолжает блестеть. Я никак его сейчас не чистила перед съемкой. Вот показываю, как он есть. Он как бы гнется немножечко, мнется. Он приобретает такую форму руки, да, то есть не чисто круглый, а такой немножечко. Ну, вы поняли. В общем, очень удобный браслет, очень классный, ничего не цепляется. Вот этот вот штучка тоже не цепляется, просто потрясающе. Ну и, конечно же, этот комплект из березы. Девочки, вот так вот выглядят сережки. Давайте я вам вот так вот покажу. И вот так вот выглядит само кольцо. Видно, что бирюза настоящая, потому что камушки, как вы видите, отличаются, то есть повторений нет. Здесь идут такие вкрапления, да, вот эти вот, вот за этот как бы рисунок такой естественный. Мне и нравится бирюза, то есть мне нравятся вот эти вот вкрапления, никогда она чисто, да, вот такого цвета. Даже цвет бирюзы вот здесь такой, какой я хотела, девочки. Просто я в восторге от этих украшений. И колечко вообще такое достаточно невесомое. Вот от него размер у меня 17 идет размер в размер. Вот 925-я проба, вес 4,36 грамма. Вот, а серьги, они уже по увесисти. Вот, вес 14, видите, почти 15 грамм. Натуральная вставка бирюза, серебро. Вот так вот. Вот, но они просто потрясающие. И очень удобный вот этот вот замок. Я не помню, как он называется, но не давит на мочку уха. Вот здесь вот, где этот замочек, здесь сделано как бы такое, как мятое, что ли, серебро. Как правильно это назвать, видите? Ну, очень красивые серьги, очень красивый сам камень. Меня он прям привлекает вообще, не знаю как. Именно вот этим, знаете, своим таким естественным рисунком. То есть, видите, камушки на каждой серьге, они отличаются. Вот, ну давайте сейчас все примерю, покажу, как на мне это смотрится. Вот так вот смотрятся эти украшения на ушках. Они достаточно крупные, но они не тяжелые, потому что, ну, такой тонкий спил у камня. Закрывает здесь, получается, дырочку, да, вместо прокола, скажем, правильно сказать, да. И вот так вот они очень классно смотрятся с белой футболкой оверсайз. Я так уже носила. И в дополнение вот это кольцо. Ну, кольцо вообще оно такое, мне кажется, можно и с серьгами, и без. Еще, повторюсь, вот в такой же форме есть браслет и подвеска сюда. Девочки, натуральная, не прессованная бирюза. Это на самом деле очень классно, потому что в основном украшения, даже я как-то смотрела в торговом центре, там была бижутерия, но с бирюзой, то есть не серебро, и бирюза была прессованная, вот. А прессованная бирюза, говорят, со временем желтеет. Я не знаю, правда это или нет, но вот такие вот классные серьги, которые мне безумно нравятся, девочки. Это вот именно мое украшение, именно то украшение, которое я хотела, с бирюзой. Вот просто, я не знаю, потрясающе, на мой взгляд. Вот. Ну и, конечно же, вот этот браслет. Браслет вообще такой на ежедневной основе. Я и посуду в нем мыла, и сама мылась, и купалась в бассейне, девочки. И оно даже никак не потемнело, ничего не слезло, вот это покрытие родием. Так что вот такие вот у меня новиночки. Я рада поделиться с вами. Следующий камень, который я хочу приобрести в свою коллекцию, это янтарь. Девочки, я балдею. Там такая огромнейшая коллекция янтаря. И просто у меня разбегаются глаза, я хочу все. Вот, причем янтарь разных оттенков, и более такой темный, и более светлый, и молочный даже янтарь. Обязательно посмотрите, там в приложении можно выбрать, допустим, все серебряные украшения и выбрать вставку янтарь, и вы увидите все украшения с янтарем. Они просто, просто вау. Особенно, мне кажется, на осень янтарь прям будет потрясающе. Вот. Так что не забывайте, что ссылку на регистрацию в приложении я оставила вам внизу в инфобоксе, а также артикулы на все вот эти вот украшения, которые я вам сегодня показала. Вот, так что, девочки, обязательно балуйте себя. Серебро недорого стоит, и при этом можно себя порадовать чем-то новеньким. Так что мне это поднимает настроение просто потрясающе. Вот. Так что вот так вот. И мы сейчас поедем уже в кино.
Ну что, девочки, приехали мы домой. Мультик нам очень-очень понравился. Всем рекомендую посмотреть. Очень прикольный, добрый, такой классный мультик. Вот, и заехали мы еще по-быстренькому, прям по-быстренькому. Вот, так как я была с своими мужчинами, подолгу не получается у меня. В магазин обе заехала. Вот, и, в принципе, я заезжала для того, чтобы купить семена, потому что, в общем, у меня кориандр, он же кинза, да, он же кинза, вот, ну, вы поняли, она у меня уже все как бы переросла, я ее там срезала, и ела, и так, в общем, нужно ее выдергивать, и хочу посеять новенькую, вот, поэтому, соответственно, купила среднеспелую, ну, в общем, нормально мне пойдет, чисто ее на зелень уже, на заморозку не буду использовать. И еще докупила укроп. Я экспериментирую с различными укропами, поэтому многие мне рекомендовали там сорта. Но, во-первых, я уже не стала искать, потому что мужчинами, как всегда, была. Взяла вот такой мамонт, ароматный крупный лист. Вот, в принципе, вот эти семена от Октябрины Ганечкиной. Писала, что у нее целая книжка есть. В общем, мне очень понравились вот эти семена, именно вот от этой... От Октябрины, в общем. Вот. И еще купила вот такой салат. Тоже я его чуть позже посею, чтобы у меня прямо до конца сентября был салатик. Вот такой. Мне очень нравится салат хрустящий. Ну, вот таким кочешом он у меня, конечно, не вырастает, я вам честно признаюсь. Но он долго... В прошлом году я его сажала. Долго остается... Ну, то есть долго не становится горьким. И очень хрустящий. Ну, зеленый такой. Мало вянут листья вот эти вот. То есть вот этот салатик очень классный. Я обычно обрываю вот так боковые. Он все нарастает, нарастает. Такой прикольный вот этот салат. Лучше, чем обычный вот этот листовой. Не помню, как он называется. Но, в общем, вы поняли. Вот этот салатик очень классный. Я его как раз посею. У меня как раз август будет, сентябрь он будет. В общем, супер. Ну, и укроп. Еще, да, ну вот, уже сказала. Также подкормку для комнатных цветов купила. Вообще, я беру такой спреем желтеньким, я уже много раз показывала, но его не было, как ни странно, вот. И я поэтому купила вот такой. Единственное, что здесь, видите, для... стимулирует и продлевает цветение. Ну, в общем, ладно, взяла, я все буду поливать. Эти балконные, комнатные растения. Ну, в общем, и петунью тоже полью вот этим. Ну, в общем, я все поливаю таким, беру. Мне больше нравится жидкий вариант покупать. Он хоть чуть-чуть подороже, но он как-то лучше действует, чем вот, знаете, есть такие в зернышках, которые нужно разводить, там, настаивать, еще что-то делать. Вот такие жидкие, они как бы их быстренько добавил в леечку и полил. Вот, так что супер. Еще взяли большие пакеты. Вот такие обычно в ленте покупаю, но муж забыл, он на 140 литров. Мусор какой-то с участка собирать. Вот эти, кстати, в обе прикольные пакеты, они плотные такие, не рвутся. Ну и, конечно же, я купила себе розочки. Девочки, вот такие купила. У меня обычно такие розы, это же считается как бордюрные розы, да? Они у меня вот максимально жили 3 года. Обычно с ними что-то случается, они заболевают, гибнут, либо вымерзают, даже если их накрываешь. Ну, в общем, такие... Не сильно много живущие такие розочки. Но бывает, было такое, что у меня 3 года жила. Она выросла такая, уже намного больше стала. В общем, цвета роз выбирали мои сыновья. Это младший выбрал, это старший выбрал. Желтый и оранжевый. Ну, кстати, вот этот прикольный. Их всего 2 было вот такие. В основном розовые и красные розы. Ну, как всегда, наверное. Вот, вот эти розочки, давайте по цене скажу. Где-то тут была цена... 319 рублей каждая штучка стоит. Вот. Конечно, я понимаю, что уже почти середина лета. Я только... Ну, ладно, пусть будут. Будут украшать у меня клумбочку. Сейчас как раз вечерком и посажу их. Так что вот такие вот у меня мини-покупки по-быстрому. С мужчинами моими не люблю ходить. В обе в том числе, потому что они все... Все, бегом, 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 бегом. Давай быстрее, знаете. Невозможно. Вот. Но вот такая вот красота, такие красивые розочки у меня теперь будут жить. Ну что, посадила я тут с помощницами моими свои розочки. Вот сюда посадила желтую. Помощница, не лази мне, не копай. Ой, ну как, мама копает, и я буду копать, да? А вот сюда вот эту вот оранжевую. Это у меня душистый табак, но он будет. И вот это, кстати, петунья, которую муж мне... Тут какие-то сорняки... которую муж мне
приносил. Вот она у меня, видите, как начала разрастаться, расползаться. Вот это, кстати, прикольно для клумб, в особенности девочки, очень классная петунья, мне прям понравилась. Здесь у меня гладиолусы мои, бедняги. Что-то они в этом году у меня не очень. Ну ладно, вот. И вот такая вот у меня получается веселенькая клумба. Не очень она такая у меня. Ну что, потом разрастется, на следующий год что-нибудь посажу. А вот этот вот цветочек, это мне сестра дала. Это называется каменная роза. Вот, видите, он какой прикольный. Вот тут малыши дала какие-то. Тоже симпатичные.